вами рассмотрим примеры приготовления формовочных конфет. Технология производства – отдельно корпус, отдельно начинка. Начинка может быть разная, она изготавливается путем смешения, например, натурального шоколада, натуральных сливок или орехов молотых и концентрированного сока. Дальше затем мы изготавливаем корпус. Это может быть облитой корпус или формованный. Все это делается вручную. И последняя стадия – это является отделка этих конфет какими-либо натуральными, с нашей точки зрения, ингредиентами, которые достаточно их украшают. Все, дальше мы только отсаживаем эти конфеты, придаем им форму и вкладываем в коробочки.